Грязнов Андрей Васильевич, гвардии, старший лейтенант, командир разведроты. Грязнов Андрей Васильевич, герой Советского Союза, родился в 1918 году в селе Тищинском Изобилинского района Ставропольского края. Окончив 7 классов, работал в колхозе. В 1939 году был призван на службу в армию. Окончил курсы младших лейтенантов. С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Андрей Васильевич начал свой путь на западной границе, но свою первую боевую награду он получил в боях за Сталинград. К сентябрю 1943 года гвардии старший лейтенант Андрей Грязнов был заместителем командира 11-й гвардейской отдельной разведроты 14-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного фронта. Освобождал Кавказ, участвовал в форсировании Днепра. В составе 140-й гвардейской дивизии освобождал Украину. Командуя ротой разведчиков, Андрей Грязнов в сентябре 1943 года прочно удерживал плацдарм, дал возможность переправиться через реку основным силам дивизии и перейти в наступление. За героизм и мужество старшему лейтенанту Грязнову указом Президиума Верховного Совета СССР 20 декабря 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Погиб в бою на Украине 19 марта 1944 года. Добрую память о герое-земляке хранят жители Изобилинского городского округа. В 1963 году в городе Изобильном был торжественно открыт памятник герою Советского Союза Грязнову. Одна из улиц в центре города названа в его честь. В Парке Победы установлен бюст Андрея Васильевича Грязнова. Память о нашем героическом земляке будет всегда жить в сердцах благодарных потомков.